Добрый день. Вас интересует лечение угревой сыпи? Вы, наверное, уже испробовали и гормоны, и антибиотики, другие косметические средства. И что, не очень помогает? А знаете почему? Потому что способность кожи проводить очищение крови через сальные железы всего 5%. Она очень мала. Кожа может выделять сухая кожа 20 грамм кожного сала, жирная 50. И все. Больше кожа увеличить свою мощность не может. И она показывает проблему совершенно другого органа, совершенно другой системы. Это печень. Печень способна очищать значительно больше крови. Она фильтрует за сутки 4,5 тонны крови. И вырабатывает примерно литр желчи. Вот если у вас есть дискинезия желчного пузыря, какие-то перегибы, перетяжки в шейке желчного пузыря, в протоках, у вас уже нарушен отток желчи. Если вы еще и женщина, у женщин слабее печень в 2 раза, чем у мужчин как минимум. А по многим ферментным системам и в 50 раз. Поэтому именно женщины чаще всего лечатся в кабинетах косметологов, лечат угревую сыпь. А задавали вы себе вопрос, почему при рождении у вас протоки, поры кожи одинаковые, вы не поменяли их, а угревая сыпь появляется в определенные периоды, когда резко меняется обмен веществ, когда резко колеблется обмен гормонов, когда ускоряется обмен веществ, когда вам нужно больше очищать кровь. Особенно это хорошо, когда вы пошли в тренажерный зал, в баню, в сауну, вы там нагрузили систему и увидели эффект, увидели высыпание на коже. А если вы еще что-то не то съели, то есть ввели в пищеварительную систему продукты не совсем того качества и подгрузили печень, вы это сразу видите на коже. Почему же не решить проблему печени заранее? Почему же не уделить внимание печени, которая проводит спокойно, легко очищение крови и делает безопасной вашу жизнь? Потому что если есть угревая сыпь, это говорит о том, что ваш организм плохо избавляется от жирорастворимых веществ. А это не только холестерин, который в молодом возрасте не имеет такое большое значение. А это пестициды, гербициды, канцерогены, всякие красители, ароматизаторы. Это все тоже должно выводить печень. Если есть угревая сыпь, это говорит о том, что печень с этим всем не справляется. Как вы думаете, насколько вашему организму важно оставить это у себя? Конечно, некоторые расплачиваются, у них есть избыточный вес. Это тоже склад. Это попытка сложить грязь, которую организм не может вывести. Только вы начнете его снижать, вся грязь посыпется в кровь, и через сальные железы опять обострение угревой сыпи. Восстановите печень, займитесь печенью. Я опубликовал более 40 книг. Одна из них, что делать, если у вас есть печень. Я знаю, что такое печень, как с ней обращаться, как ей помочь работать, эффективно очищать кровь и убрать заодно и угревую сыпь, и другие проблемы косметические. Если вам это необходимо, обращайтесь. Лечение по методу доктора Скачко вам поможет.